Всем привет, друзья, с вами мистер Перец, это снайпер Элит, и мы продолжаем выполнять миссии убить Бормана, что ли она называется. Так, как известно, нас опять перекинуло куда-то в другую локацию, к воротам, по-моему, каким-то, я не помню. Кстати, вот эти вот ворота известны в Германии, в Берлине. К ним нас и перекинуло. Так, с прошлой миссии у нас осталось. Аптечки у нас остались здесь. Смотрите, тут прям кинематографично все так сделано. Надо сохраниться сразу. Так, какие у нас задачи-то, цели? Точно. Так, цель 1. Борман должен прибыть в 6:15. Вам нужно встретиться с агентом для уточнения пути, отхода и получения дополнительного оборудования. Цель А. Изучите обстановку и изложите заряд возле главной машины во время выстрелов. Выстрелив заряд, уничтожите максимум солдат противника. Займите позицию для стрельбы и ждите Бормана. Вы можете использовать одно из предложенных мест, потенциально позиция А. Под взорванным грузовиком. С. Потенциальная позиция Б в отеле. Потенциальная позиция С в разрушенном здании. Изучите обстановку и изложите заряд возле главной машины. Ага. А Борман должен быть здесь, да? Может быть, отправиться на цель С или Д в отель или разрушенное здание. Займите позицию для стрельбы, ждите Бормана. Вы можете использовать одно из предложенных мест, потенциальная позиция под взорванным грузовиком. Потенциально. Так, я так понимаю. Мы продолжаем играть на этом супер-пупер выживаемом или выживаемом режиме. Снайпер. Так, я вижу, вот там уже кто-то ходит. По всей видимости, это русские солдаты. Ну как русские? Солдаты Советского Союза. Танки где-то ездят. Так, нам нужно туда отправиться. Дополнительные задания выполнять или не выполнять? Я думаю, раз предлагают, то лучше выполнить. Так, давайте по краю, что ли. У нас так менее заметно, если идти. Где-то вот тут, наверное. Так, где сейчас? Так, я пошел самым дальним способом, да? Ладно. Так, там солдат ходит, бродит. Непонятно, почему советский боец ходит вот так вот в открытую, прямо не боится. Он, наверное, думает, что это... Что этот район уже... безопасный, и тут нету войск противника, бойцов противника, и поэтому так спокойно расхаживает. Что ж, наверное, так. Так, ну я пока отправляюсь на дополнительные позиции, дополнительные задания посмотреть. Вот эти вот амбразуры сделаны, я в них смысла сейчас не вижу. Хотя и немножко есть какой-то смысл. Так, нет ли тут бойцов нигде? Да вроде нет, все тихо. Так, а это что за склады? Борман должен прибыть в 6:15, вам нужно встретиться с агентом для уточнения пути, отхода и получения. Давайте встретимся с информатором. Так, вот я вижу. Бойцы прям ходят такие. Такие прям ходят. Ай-яй-яй, спрячься. Так. Это позиция С. А где информатор-то у нас?
Так, ладно, давайте пройдем к информатору. Он там где-то должен быть. Нам вот в тот переулок, получается. Тут солдаты, да? Это наш информатор? Нет, это не наш информатор. Нужно постараться сделать себя незаметным. Я бы хотел. Потому как я намучился в прошлый раз. Блин, мне кажется, они нас заметят. Прям ходят как на прогулке. Здесь еще, по-моему, боец проходил. Ну, вроде все пока спокойно. Сохранимся на всякий случай, хотя бы зря я сохранился. Так, мимо того пройти не удастся, мне кажется, да? Придется его грохнуть, он потому что прямо на пути у нас стоит. Встал и стоит, и никуда не уходит. Глупый. Глупый, глупый солдат. Так, тут вроде все спокойно. Относительно все спокойно. Люфтваффе. Есть. Абсолютно точно. Перезарядочка. Да не хотел я. Так, обыскали мы нашего бойца. Здесь у нас должен быть связной, да? Хорошо, связной. Пока я никаких врагов не вижу. Тут тихо. Давайте встанем. Я думаю, можно тут ускорить шаг. Какой-то сгоревший, разрушенный автомобиль. Так. Что тут у нас? Вроде все спокойно. Такое ощущение, что тут засада. Орлиный глаз! Орлиный глаз! Еще раза два это сказали. Ты вовремя. Ты тоже снайпер? У меня кое-что есть. Самозарядная винтовка Токарева. Новый способ нарезки ствола. Экспериментальная оптика. Неплохо. Буду бить в точку. Нас проапгрейдили, смотрите-ка. Заменить ЖЖ-43СВТ. Снайперскую винтовку. Далее заминируйте. Так, отлично. У нас винтовочка новенькая, причем советская. Сохраняшечки. Так, нам надо выйти на позицию, я так понимаю, да? Хорошо, пойдемте. Главное, винтовку бросил, хотя бы спрятал, что ли. Так, тут, наверное, сработал какой-нибудь скрипт, и сейчас тут все напоявлялись. Мне почему-то так кажется. Боец так и лежит, о нем даже никто не вспомнил. А, вон там. Куда он ушел-то? Туда, где мы были. Так, 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 так. Нам там предлагалась доп-миссия. Совсем рядом. Совсем рядом. Так, интересно, удастся мне там справа обойти их? Там вроде никого нету. Как минимум, я тут видел, по-моему, трех. Где-то гусеницы, блин. Да только самого танка нигде нет. Давайте побыстрее, побыстрее, побыстрее.
Здесь я могу укрыться? Спрятаться где-нибудь? Или тут просто тупо подвал? Видимо, да. В смысле, тупо подвал. Даже двери нету. А нет, двери открыты. Ложись, друг мой. Так, давайте потихоньку. Стоит. А это что? Какое у нас задание? Потенциальная позиция в разрушенном здании. А это что? Изучите обстановку и изложите заряд возле главной машины. Во время выстрелив заряд, вы уничтожите максимум солдат противника. Угу. Займите позицию для стрельбы и ждите Бормана. Вы можете использовать одно из предложенных мест потенциальной позиции, а под взорванным грузовиком. А вот это что такое? Это рация? Я так понимаю. Нам предлагается вот там заложить заряд, да? Странно. Увидит, не увидит. Так, еще, по-моему, вот там боец только что мелькнул. Так, где... Где бы спрятаться? Где-то тут еще... О! Вражина! И там вражина. Этот ходит, значит, высматривает. Там, по-моему, в машине кто-то сидит. Давайте попробуем просто вот так пройти. Так, тут опять какой-то подвал. Дорогой товарищ, ты что тут забыл? Блин, я его не вижу. Он меня боковым зрением-то вообще никак. Так, еще один советский боец на моем счету. Прекрасно просто. Так, тут какой-то проход. А там что такое? Надо сохраниться. Слишком часто. Сколько я раз сохранился? 3 раза, по-моему. Больше 3 раз сохранился. Или 4. Так. Тут у нас тоже тупо подвал. Я тут прятаться могу? Или зачем тут эти подвальчики? Так, ладно, обходим. Обходим, обходим. Смотрим, что здесь. Блин, там дверь открыта была. Ладно, сейчас посмотрим на обстановку. Это одна из позиций, где нам предлагается усеться, да? Спрятаться. Так, там еще идет куда-то вверх. Ого. Что за труп тут? Так понимаю, отсюда я могу обстрелять кого-нибудь. Так, тут я могу спуститься, подняться. Так, еще одна позиция. Хорошо. Приветик. Стоит, не видит нас даже. Давайте уберем его. Потому как если... Почему советский солдат с МГ? С немецким пулеметом, блин. Так, ладно. Убрали его. Конечно, может быть, это было и лишнее, но... Если вдруг меня обнаружат, то он бы был нам помехой. Хорошо, идем дальше. Так, что тут у нас? Тут чисто. Еще есть комнаты? Комнат больше нет.
Давайте сохранимся. Ну залезь. Оставайтесь в укрытии. Так, он, я так полагаю, должен там появиться, да? Я занял позицию, я мог заложить бомбу там, но я этого делать не стал. Ну и ладно. Бойцы тут ходят. А откуда он придет? Он в 6:15, да, по-моему, сказали, он придет. Осталась минута. Цель 2, дали убить. Где Борман-то? Я не вижу. Тут как-то листвы много. Где он? Он тут прямо, что ли? А, это Борман? Задача присутствия обнаружена. Задание изменено. Дали убейте Бормана. Что? Я не понял. А я кого убил-то сейчас? Твою мать, что происходит? В укрытие. Твою мать, надо валить. Типа все, мы Бормана вынесли. Так, мне кажется, я спустился. Что-то гудит. Так, как это? Борман должен прибыть. Когда прибудет, убейте его. Я ж убил Бормана. Блин, что делать-то? Покиньте вражескую территорию. А что случилось-то? Скрипт какой-то. Почему они мертвы все? Ничего не понял, что произошло, но надо сваливать. Ладно, валим. Миссия типа выполнена. Так. Бойцы какие-то тут. Да как свалить-то сейчас? Боец прям посреди дороги стоит. Он же меня заметит. Да что ты? Почему тут российские солдаты? Советские, простите, советские бойцы. И сразу же немецкие. Странно, что он тревогу не поднял. Хотя он тут стрелял на всю Ивановскую, по-моему. Смотрите, вот немецкие бойцы, вон бойцы советов. Ой, лагает. Игра ужасная, ужасная игра. Как меня не попали. По-моему, меня сейчас изо всех щелей стреляли. Вон, улегся. Где-то тут еще, да, есть. Так, их не видно. Чё? Короче, я, наверное, мудрить не буду, я просто пробегу. Пусть стреляют, не стреляют. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо.
Так, давайте возьмем пулемет. Ой, автомат. Мало ли тут сюрпризы какие могут нам встретиться. Типа все. Задание выполнил. Продолжить. Ок. Перейти к следующему заданию. Выйти в главное меню. Давайте в главное меню выйдем. Спасти агента. Будет наша следующая миссия. Окей. Итак. Наверное, на этом я закончу. Спасти агента. Я буду в следующей миссии. Что за агент? Посмотрим. Всем спасибо, кто смотрел эту серию. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Ну и до следующей серии. Всем пока. Всем добра, конечно же. Пока.